о пенсиях, да, допустим, что наши пенсии сейчас уйдут на Крым и на беженцев. Это правда? Нет, конечно, это неправда. Пенсионные права граждан ни при каких обстоятельствах ущемлены не будут. Тем более сейчас в средствах массовой информации очень часто говорят и вообще такие выражения, как замораживают какие-то средства пенсионных накоплений или вообще подлежат конфискации. Конечно, это неправда. Разница только в том, что в 2014 и 2015 году те средства пенсионных накоплений, которые были, должны были быть направлены на накопительную часть пенсии, будут направлены на страховую часть пенсии. Но они, и они, вот эти средства останутся в страховой части пенсии, страховой составляющей. Когда человек пойдет на пенсию, конечно, они никуда не уйдут с его лицевого счета. Единственное, они будут только на страховой составляющей. И все. В этом только разница. А пенсии будут расти или наоборот, размер пенсии будет уменьшаться? Нет, конечно, пенсии будут расти. Ведь рост пенсии, во-первых, особенно ее страховой части, зафиксирован официально в федеральном законе о трудовых пенсиях в Российской Федерации и в законе о страховых пенсиях, который будет действовать с 1 января 2015 года. Вот страховая часть будет индексироваться на уровень не ниже инфляции. Может быть и второе еще увеличение. Как правило, у нас дважды в год бывает увеличение. Да? Второе увеличение у нас зависит от доходов пенсионного фонда по статистическим данным по предыдущему году. Поэтому, конечно, пенсии будут только расти. В ближайшие два года есть возможность сохранить накопительную часть пенсии, перевести эти средства в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Кстати, сейчас такие фонды проходят процедуру акционирования. Всем негосударственным пенсионным фондам дано два года, 2014 и 2015 год, для того, чтобы они прошли процедуру акционирования и вошли вот именно в систему гарантирования пенсионных вкладов. Есть, у нас есть данные, некоторые пенсионные фонды уже прошли эти все процедуры, некоторые еще нет. Конечно, не исключено, что некоторые пенсионные фонды уйдут с финансового рынка, может быть, небольшие по объемам. Некоторые пенсионные фонды будут объединены в более крупный финансовый институт какой-то. Но это все покажет время, вот в течение 2014-2015 годов. Скажите, а кому доверяют свои пенсии сотрудники пенсионного фонда? Ну, сотрудники пенсионного фонда, в общем-то, приняли разные решения. Некоторые являются у нас молчунами, как и большинство у нас в Российской Федерации. Некоторые у нас, конечно, переводят в негосударственные пенсионные фонды. Некоторые выбрали просто управляющие компании. Ну, наверное, эта информация несколько конфиденциальна. Каждый, в общем-то, решает сам.